Дню семьи, любви и верности был посвящен праздник в городском летнем лагере при 222-й школе. Ребята подготовили концерт, в котором приняли участие представители всех отрядов. Семья – словечко странное, хотя не иностранное. Как слово получилось, не знаем мы совсем. Но мы понимаем, а почему их семь? Не надо думать, не гадать, а надо просто сосчитать. Два дедушки, две бабушки, плюс папа, мама, я. На праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности, в лагерь при 222-й школе в качестве почетных гостей были приглашены две многодетных мамы – Татьяна Аникина и Елена Гриценко. Они рассказали детям о семейных ценностях и о том, как важно любить и уважать родных людей. Наши большие дружные семьи – это счастливые семьи, дружные, крепкие. Я желаю, чтобы ваши семьи были такими же, чтобы ваши папы с мамами никогда не болели, чтобы вы их обязательно слушали. Завершился праздничный концерт под звуки гимна «Семья». Ребята в зале подпевали артистам на сцене стоя. Наталья Елистратова, Сергей Чистикин, телерадиокомпания «Заречный».